Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, который вот до банального прост, но получается так вкусно, что в нашей семье съедается буквально за 2 минуты. Итак, нам понадобится курица и картошка. Я беру куриные окорочка, разрезаю их на голени и бедрышки, подсаливаю, добавляю приправы. Мне очень нравится, как раскрывается в этом рецепте чеснок и базилик. Далее сверху выкладываю небольшое количество майонеза и хорошенечко перемешиваю курицу. Как правило, не сама, как правило, мне в этом помогают. О, маленький, помощнички мои, один и второй. Получается? Вот сколько размазалось. Ой, помощник, помощник. Курицу убираю в сторонку и тем временем, пока она маринуется, занимаюсь картошкой. Чищу ее и режу. Чего, прилипла? Да. Придется слезать все. Ой, да ты что, соль будешь слизывать? Ага. Ничего, вкусно? Угу. Точно? Ой, да, вот это класс! Далее картошку хорошенечко подсаливаю, добавляю в нее небольшое количество растительного масла и, соответственно, все хорошенько перемешиваю. Затем выкладываю на противень, предварительно застеленный антипригарным ковриком. Стараюсь максимально ровно распределить картошку, чтобы вот идеально, если она будет лежать в один слой. Но так у меня редко получается, картошки обычно бывает больше, поэтому просто ровненько ее распределяю и затем отправляю в предварительно разогретую духовку. А духовку у меня на 200-180 градусов обычно я включаю. Курочка, как говорю, за это время тоже успевает замариноваться. Выпекаю я их одновременно на верхнем уровне курицу и на нижнем уровне картошку. Выпекаю в течение 45 минут, затем открываю духовку, достаю картошку, снимаю с курицы крышку и курицу еще подрумяниваю в течение 5-7 минут. Кстати, я напоминаю, что под каждым моим видео в описании есть ссылочка на мой Инстаграм и теперь еще будет ссылочка на мой Яндекс.Дзен канал. Я вас приглашаю и туда, пожалуйста, подписывайтесь, буду всем очень рада. На этом я с вами прощаюсь, всех люблю, всех целую, всем пока!